уже знают, как приспосабливаться к смене 7 часовых поясов, то для молодых краснобелых. Какой конечник! С ума сойти! Ничего не предвещало и просто как бахнул, как лупанул Степан Мельников. Ну, возможно, лучший гол этого тура. Или один из лучших. Убаюкивал, убаюкивал и как дал с левой в дальнюю девятку. Точки, где ушел мяч за пределы поля, но Хабалов понял, что ему отсюда удобнее. На это правило не распространяются. Какой гол! Ничего себе! Попадание! Один из самых красивых мячей этого тура, а возможно и вообще стартового отрезка сезона. Невероятное попадание. Евгений Ставер до последнего не верил, что мяч опустится в дальний угол ворот. Мельников проходит в лицевую, убирает на замахе соперника, простреливает опасно. Кто первый на подборе? Маркитесов. Бить неудобно, вот только сейчас, и как он пробил! 1-0, 75-я минута! Фантастический гол забивает Маркитесов. Сумасшествие какое-то абсолютное. Сейчас разводит руки вся скамейка Волгаря, весь тренерский штаб. Мол, как так? Как дали-то добить? Мало того, что добить, еще и подобрать Маркитесову дали, еще и в штрафной. Да, проиграли зону подбора, и, конечно, Мельникову тоже нужно отдать должное. Это он прошел туда, в лицевую, и прострелил мяч. Вынесли футболиста Волгаря Маркитесов. Казалось бы, уже был упущен момент для удара, но он обработал мяч. Так, и торпеда разворачивается она на левый край. Там оказывается Кравчук. Подача. Гойкович на втором этаже. Подбор и такой удар! Вот это выстрел! Мухаммад Султонов! Это, знаешь, очень, конечно, неординарный удар у него получился. С моей позиции вообще сложно было даже понять, как мяч залетает в сетку ворот. Там и Котов забегает, получает передачу. Котов навес штрафную. Будет ли удар? Мяч ударяется. Есть удар. Ну, ух ты! Какая красотища! Александр Юшин. Вау! 3-1! Роскошнейшая комбинация, точнее завершение этой комбинации от нижнекамцев. Александр коротает еще. Мяча, но все-таки бьет Большаков. И очень красивый гол залетает в ворота Волгаря, потрясающе. Мощно и точно пробивает капитан. Оставит свое ворота в неприкосновенности, ну...